Но небо нет, у нас все как прежде. А пусть судьба тебе дарит подарки. Будет так нежно, будет так сладко. Солнце еще слепит глаза, но уже не так греет, как тогда, ты помнишь, при нашей встрече кончилось лето. Сегодня, 22 августа, страна празднует День государственного флага Российской Федерации. И в связи с этим у Стеллы Тверь, город воинской славы, была проведена акция «Цвета родной страны». А сейчас мы возьмем интервью у соорганизатора сегодняшнего мероприятия Ирины Пелевиной. Привет, Ир, что ты можешь сказать о сегодняшнем мероприятии? Акция, которая называется «Цвета родной страны», проходит не первый год. Год третий уже. Она стала традицией. Проходит, как мне кажется, от года в год все лучше и лучше. С новыми людьми, с новыми улыбками. Максимально позитивно, максимально радостно и, самое главное, празднично. В этом году спецификой данной акции был вынос флага российского, где волонтеры центра «Перспектива» участвовали и выносили флаг, в фоне которого всем жителям города Твери и гостям города было предложено сфотографироваться. А это уже пожелание. Пожелание нашему родному краю, нашей стране, если обратить внимание, негативный такой взгляд.